Ребята, давайте собирайтесь с духом, идем в сражение. Вперед. Что у нас тут-то? Мамонт. А что у него сзади? А черт его знает. Ну понятно у нас. Застрял. Застрял сзади. Давай, ну давай, давай, красиво. Вперед. Ты такой довольный. Дали потоптать ему, такой довольный. Во-во-во-во, у нас проблемы. У нас в заднице проблемы. Сейчас вилкой в задницу. На тебе в задницу. Уходи. Сразу минус. Король чумовой. Король чумовой, тачку. Во-во-во-во. Ты куда? Погоди, я что происходит? Все, разгон, разгон. Почему упал? Вперед всех, всех. Ты видал, попкорн как полетел? Сейчас, погоди. Это Спарта! Давай, 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 ну вперед, вот так! Зелен жопой, пукни разок, чтобы ворона улетела отсюда. Все понятно, они трясутся уже от страха, это знакомо мне. Тих, левой, правой, забивай, они толпой забивают! Ну смотри, что, блин, все сбили, что ли? Здарова, бандиты и бандитки, с вами как всегда Спикер, и продолжаются наши боевые стратегические сражения в игре Dubs. А кто против нас сегодня в начале? Три больших рыцаря, четыре медика. И сколько нам дают на все про все? Нам дают 2500. Я готов сражаться за 2200. Вот реально, готов сражаться. И, конечно же, мне нужен кто? Один медика дай мне. Он 160, я помню. Да, 180, практически помню. О, готово. Мы будем играть за мамонта. Тебе понравилось прошлый ролик? Погоди, я что происходит? Мне нужно уничтожить медиков и все. И все, погоди. Разворот, очень все тяжко. Мы затопчем, задница. Медика, за что? Вставай, еще живы. Живы нашим. Давай, плюхнемся. Меня обнимает со всех сторон. Почеши мне брюшко, почеши мне с левой. Почеши мне с правой. Мало жизни. Так, о, подножку красиво сделали, подножку. Смотри, как налево, направо, хоботом. Давай его, давай, почеши мне шейку. Сейчас мы тебе вот так забодаем. Красивое начало. И продолжается наше сражение на тачках. Ты смотри, реально, тачки. Давненько не было тачек. Они такие, знаешь, веселые, забавные, такие морды у них. Без рта. Понимаешь, у некоторых, видишь, как бы есть рот, но у этих нет рта. Все понятно. Они трясутся уже от страха, это знакомо мне. Да-да, они трясутся. Эти ребята самые такие, знаешь, смелые, потому что они находятся в центре. Окей. Против тачек у нас кто пойдет? Я знаю, кто у нас пойдет. Можно сделать стрел, можно магов сделать. Тоже пойдет, знаешь, что такое летающий. А можно змей сделать. Раз, два, три, змеюки у нас готово. Спартанцы. Да все, в принципе. Я готов. Змей сразу каждому, каждой по тачке, и все, застряли. Спарта идет, тачки раскидывается. Тачка против тачки, нормально. Смотри, тачка собирает, как мою Спарту, ты смотри, обалдеть. Сколько тачка осталось? Где третья тачка? Мою Спарту уничтожают, что ли? Погоди, чувак, ты живой? Он живой еще, с яблоком. Куда поехала тачка? Погоди, куда поехали, ребята? Понятно, проигрыш. Тачки раскидали просто всех налево и направо. Все понятно. Они слишком шустрые такие. О, 1600. Минотавр. Он довольно, знаешь, такой офигенный чувак. Мне он нравится всегда. Он раскидывает все четенько. Четенько. Хотя, знаешь, можно вот таких летающих. 500. Много. Очень много. Хорошо, медика. Медик мне нужен. И, в принципе, все. Готов. Давай. Ну, мне кажется, медик, он сдохнет быстро довольно. О, минотавр сразу в харю. Сразу в харю, и главное не пролететь. Вставай. Давай, минотавр. Вперед. Прям между... Прям между... Видал, как левой просто. Медик сдох, понятно, сразу же. Минотавр еще пытается раскидывать. Яблоки летают налево и направо. Ты видал, как красиво сделал. Прям между ног пролетел. Кого-то взял, кому-то в морду бьет. Тачки еще ездят. Нужно тачку уничтожать. Еще пехота идет просто. Уже одна тачка осталась всего лишь. И пехота яблоком пытается. Прям в спину.
тут и понимаю, что слишком все динамично и быстро все происходит. Тут надо что-то такое. Погоди. Музыканты будут отвлекать, все понятно. Король! 1500, слушай, а если взять просто короля, как всегда. Король, медики, все, победа за нами. Я даже сам буду управлять. Я сам и не допущу. Подходи! Оп. Сразу минус. Король чумовой. Тачку. Во-во-во-во. Ты куда тачку? Прям по тачке, прям по водителю. Все, пехота осталась. Добиваем всех остальных налево и направо. Блин, король слишком высокий, как всегда. Давай, смотри, какой у него причесон. Один остался. Король, в марш ему. О, вот красиво было. Последний удар прям чётенько, все четко было, видишь? Все-таки иногда нужно включаться в дело и делать все, как ты хочешь. Что у нас тут-то? Мамонт. А что у него сзади? А черт его знает. Ну, понятно у нас. Застрял. Застрял сзади. А, черт. Я не понимаю. Один мамонт и все, что ли? 1500. Ну, слушай, я готов. Ой, 2200, я не готов. Понимаешь, один мамонт, я хотел тоже поставить мамонт, но не то. Окей. Смерть, я знаю, 2500, смерть, офигенно, все справлялось. 1000, это кто у нас такой, да? Такой маленький. А я рискну. Давай, один на один. Огонь! А как стрелять, погоди, а как стрелять? Он стреляет, нет? Он не стреляет, почему-то. Он почему-то не стреляет. Я же сдох. А как он стреляет? Погоди, я не понял юмора. Мне нужен тоже что-то такое, знаешь, посерьезнее. Ну, 1500, это не серьезно. Я тебе серьезно говорю, это не серьезно. Это кто у нас? А, катапульта. Слушай, а можно сделать катапульту и одним махом ее уничтожить? Слушай, ну давай пробуем. Давай постреляем самим. Вот так мамонт идет. Прям в черепушку. Огонь. Огонь, ребята! Ребята, уже огонь надо делать! Оп! Он живой. Перезаряжай! А, ты один, чувак? Понятно, долго будешь перезаряжать. А ты один. Огонь! О, как долго! 8! Назад, огонь! Зажали меня! Зажали. Хорошо, у меня есть другая. Погоди, выиграл, что ли? Я что, реально выиграл, что ли? Там был выстрел, что ли? Я видел, кажется, в глазах у него крестики. Значит, он сдох. Он наткнулся, что ли, на копье и сдох? Я зарядил копье, он наткнулся и сдох. Все понятно. Да ничего не понятно мне, как он там сдох. Но удачи, как говорится. В этой игре нужна удача. У нас тут... братья, попкорны. У нас вивы здесь. Косы. Много кос. Зелье. Зелье самые неприятные такие. И, конечно, пугало. Изобилие большое, я не спорю, да, мне нравится это изобилие, но я готов рискнуть и взять мамонта. Да, можно взять короля, король, кстати, тоже бы хорошо подошел, но мы только начали этот раунд, и я хочу еще пару медиков. Пару медиков, да каких пару, ты посмотри, сколько тут медиков можно сделать. Все, я готов, сам иду, сам уничтожаю. Медики, лечи меня, я пошел вперед. Все, разгон. Почему упал? Вперед всех. Ты видал, попкорн как полетел. Медики, лечи, смотри, сколько у меня хп мало. Хп вообще нет, уже все издох. Я мешаю медика, смотри. Ну, Майк раскидает, понятно, там одни медики. Но вот этого попкорна он весело разлетелся. Все понятно, это проигрыш. Но погоди, можно посмотреть самому, как все будет происходить сражение наше. Давай, вперед. Вперед в атаку, мама. Давай, разгоняйся. Хорошенько разгоняйся. Давай, вот красиво, по красоте. Пузырьки, это нам ничего. Давай. Давай, красиво. Вперед. Ты такой довольный. Дали потоптать ему, такой довольный. Медики, ближе подходи, он в заднице попкорн торчит. Черт, зелень, жопой. Пукни разок, чтобы ворона улетела отсюда. Медики, где вы? Лечи, сейчас сдохнет же наш мамонт. Бомби ворону. Во, у нас проблемы. У нас в заднице проблемы. Сейчас билкой в заднице.
задницу. Нате в задницу нюхай. Нормально, нормально. Лечит, лечит. Смотри, что, что он происходит? Я не, он как будто под кайфом. Сейчас сделает разворот и всех загасит. Ну красиво. Слушай, а он победил. Я управлял, я не победил. О, в городе, мы в городе копейщики, спартанцы. Я помню, как эти спартанцы в городе, это, конечно, что-то с чем-то. Потому что эти две улицы, это вообще непонятно, что да как и где. 1500. Король. Давай, король, я готов. Вот так на площади. Король. Король есть. Медиков будет не так много. Но я сам буду принимать сражения. Давай, мы ждем. Медики, отходим назад. Отходим назад. Ждем, 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 ждем. Понимаешь, я могу сам делать тактику. Сначала нужно расставить. Идут, идут. Ребята идут. Ребята, его все. О, красиво. Красиво. Главное, держим медика, чтобы медики остались живы. Давай, коси. Коси, хп есть. Немало хп. Половина. Медиков. Спасай медиков. Коси еще разок. Давай, коси. Король. Оп, красиво. Все по красоте. Мне нужно больше жизни. Медики, больше жизни. Больше, больше, больше. Больше некуда. Все, я сдох. Слишком медленно лечат. Это пытается сесть на шпагат, ты видишь как. Но остались трое. Согласись, довольно неплохо и раскидал. Я неплохо раскидал, но вот если он сам пойдет, то стопудов будет в окружении, и тогда будет не сдобровать. Но мне нужно три медика. Три медика было бы офигенно. Давай, оп. Ну, промахнулся первый удар. Очень плохо промахнулся. Но ничего, крутим вертим, пытаемся еще. Вот так вот, тыкаю. Эй, хп вообще никакого же, все, там медиков прикончили, слушай, ну, две тысячи, это нужно по тысячу на каждую сторону. Кого мне там ставить, попкорн, что ли? Ниндзя. Четыре ниндзя, я могу сверху поставить ниндзя и раскидывать, понимаешь? Там же нет лучников, о, нормально. Ну, они же упадут вниз, стопудово. А один я буду долго уничтожать этих. Эту Спарту. Самураи. Они не серьезные, они самые простые. Хорошо, мне нужны лучники. Мне нужны смерть. 2500. Вот смерть, брат, скидал только так. Налево и направо. Давай-ка вот так сделаем. По зелью. Потом возьмем мы, конечно же, трех лучников. Ну, очень мало. И ты вообще не серьезно. Ну что, ребята, смотрите, сколько их там. А сколько у меня? И просто какие-то лучники. Не, не то. Вообще не то. Тактика с медиками, это тактика неплохая. 500. Окей, окей, давай, давай. Давай-ка, вот так, раз, два. Можно сделать вот так. И больше медиков. Во-в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 о. Все, понеслось. Давай. Это, конечно, не король, но у него больше, ну, атак. И левая, и правая кнопка. Смотри. Сейчас. Давай, давай. Лечи, лечи меня. Больше брони. Больше брони в меня. Сейчас, сейчас, сейчас. Идем. Атака пошла. Атака пошла. Идем. Держим. Держим. Главное, держим. Ребят, простите. Чуть не из своих ребят. Давай, коси. Левой, правой. Забивай. Они толпой забивают. Ну смотри, что происходит. Все сбили, что ли? Они... Я не могу. Они реально Спарта. Ты видал, как они... Они толпой давили. Они просто задавили толпой. Это не Спарта. Это реально не Спарта. Я сейчас реально устрою. Погоди, я сейчас устрою. Мы сделаем вот так, понимаешь? Мы в городе. Мы в городе, черт возьми. Вот так мы сейчас делаем. Да, медиков сюда. Здесь количество уже будет не важно. Ну хотя, кто его знает? Кто его знает? Все, ждем, ребята, давайте. Да, что ты делаешь? Ты стой на месте, не дергайся. Это свои люди. Да стой на месте, он автоматически почему-то дергается. Все, спокойно, все, ждем. А мы ждем, здесь не важно количество. Хотя, знаешь, они, мне кажется... А там сзади ничего нет? Ничего нет. Фу, где вы, ребята? Ну, поднимайтесь сюда, я жду вас. Да спокойно, спокойно, сейчас будет тебе время сражения. О, идет, идет, идет. О, пошло, все, пошло сражение. Все, медики лечат, тут не важно количество, о, я вижу всех.
гасим, гасим, скидываем, скидываем и гасим. О, они даже сверху. А ничего мы. О, вкарим, вкарим. Погоди, погоди. Медиков, медика спасай. Бьем, бьем сильнее. Щитом бей. О, погоди, погоди, ребята, не трожь медиков. Медиков не трожь. Все нормально, все пока по красоте. Вкарю, вкарю, все. Все спокойно, все спокойно. Кого спокойно, гасим? Ты видишь, как он держит свое копье? Во, Спарта. Это тебе не Спарта. Хотя это Спарта. Все. Нет, что-то тут не так. Пойдем проверим. Хотя бы одного медика, чтоб... О, идет, идет, идет. Назад, назад. Копейщики. Копейщики идут. Идет сражение. Идет сражение, там еще есть. У меня слишком мало жизни. Они застряли. И их копья застряли прямо там. Ну, согласись, тактика была неплохая. Чтоб поставить всех здесь. Медиков остались бы живы. Я бы шел бы дальше их убивал. Ты понимаешь? Но это единственное здание довольно такое удобное. Ждем. Ждем дубль 2. Попробуй еще разок. Мне кажется, нормально. Так, это просто маленькую удачу. Они просто прорвались оборону. Давай, подходи, ребята. Главное, чтобы они все не застряли. А стой, нормально. Сейчас, сейчас, сейчас дам тебе посражаться. Во-во-во, пошли первые. Пошли первые. Нет, нет, нужно не подпускать. Нужно не подпускать. Щитом бей. Они лезут прямо через верх. Через верх раскидывай. Меня подняли! Спарту! Спарту к черту! Щитом в спину! Спину! Воу-в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 оу! Медиков! Медиков спасай! В карю! Да что ты делаешь своим же? Медика, хотя бы одного медика оставьте мне! Одного медика! Да ногами, ногами! Да нет, медика, все! Тут еще Спарта осталась! На тебя в карю! Все, его нету! А нет, погоди, еще остался! Какой живущий, где он застрял там между щитом и мной застрял там. Давай спускаемся вниз. Я, правда, не смогу полечиться. Сможем спуститься, да? Прыгать умеешь? Ну, умеешь? Умеет прыгать. Вставай, хотя бы реально одного медика. Давай, подходи, подходи. Огонь, огонь. Кого огонь? Вперед. Ух. Слушай, ну, все интереснее, интереснее и сложнее. Еще что ли раз? Погоди, а есть другое? Другое место какое-нибудь? Здесь, здесь можешь поставить. А давай-ка попробуем вот здесь поставить. Вот сюда поставим. И медики. А если медиков сверху? Смотри, они будут сверху меня лечить. Да? Как ты думаешь? А нет, туда можно забраться. Нет, туда можно забраться. Не канает. О! Смотри, какое место! Обалдеть! Вот это место! Погоди. Я нашел хорошее место для медиков. Главное, чтобы они не упали вниз. А больше не влазить сюда. А, погоди, ребята, а что так встали-то? Вот так нужно. Еще же можно, можно поставить. А, во. О. Еще могу поставить, но нету места. Окей, можно поставить вниз. Вот так. Так, так. И еще одна. О! Вот готово! Все, я готов! Медики остаются наверху. Я не хочу, погоди, за медика. Я хочу за того. Погоди, я хочу за того. Во-во-во, все, все. Медики остаются наверху. Я сражаюсь внизу. Да вы не падайте вниз. Один уже упал вниз. Окей, давай так. Да, да не дергайся. Не трогай, не трогай, не дергай. Сейчас, сейчас. Сейчас дадим посражаться. Да, да он дергается, потому что подходит. Вояки. Гаси, медики, медики лечим. Медики, главное медики, чтобы лечили, оставались наверху, и все будет проводить. Я не могу спуститься вниз. Ногами, ногами бей. Затопчем, затопчем. Главное, чтобы медики, чтобы до медиков не добрались. Мы ничего, мы разрулим. Так, отходим назад, отходим чуть-чуть назад. Копейщики пришли, ничего страшного. Гасим, гасим всех, ну гасим. Медики лечат сверху, все, пока офигенно. Спарта, Спарта идет, вставай. Он сдох, блин, он сдох. Он реально сдох, черт. О, слушай, реально, все интереснее, интереснее, сложнее. 1500, король, да было такое у нас, правда, король не очень-то и выкатил все это дело. Здесь нужна удача, 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 еще раз удача. Ну не этих же брать мне, ребятишек-то, правда, серьезно. Щитами, ребят, взять.
Ну их раскидай только так, понимаешь, их много. И школьники нужны. Школьники, знаешь, они реально такие противные. Много-много школьников, все. Ну, это тактика, конечно, от блондинки. Назовем ее так. Тактика блондинки. Это потому что черт знает что. Но мне кажется, это довольно будет весело. Школьники идут, прыгают на щитовых. У щитовых есть вообще что-то? Мечи, а не щитами толкать. Все, школьники просят шоколадку, все нормально. Камни бросаются, все в ногах. Что-то происходит, Спарта нас обходит сзади и походу нам в хана. Но мы еще сражаемся, щитами бьем, щитами укладываем тоже. Это, смотри, тут сражение тоже идет, веселое сражение. Но веселье это не в мою сторону, потому что моих раскидывают уже налево и направо. Они стоят без камней, камни кончились, все. Камни появились сзади где-то, спанулись. Красиво, красиво ты ударил, он сдох, но и ты тоже сдох, слишком много копейщиков. Смотри, Спарту мы победили. Неплохо, реально неплохо. Где блондинки? Но я же не блондин. Я не блондин, мне нужно что-то такое зелье. Да нет, их слишком там много. О, ты ищу тачку. Тачку на прокачку. Две тачки. Да это тоже не серьезно. Ух. Что же делать? Да что делать? Побеждать надо как-то. Косу 500, да 2000, да это не серьезно, ребят. А что у нас есть из новенького? Кто это такой? Ядрит Мадрид, это кто? Пират что ли? 1000. Пушка. Пушки мне не хватало, да? За косарь. Две пушки и все что ли? Пушки, пираты и все офигенно, да? И можно вот так еще сделать. Во-во-во-во-во-во. Против Спарта. Нормально. Погнали. Как будет пушка стрелять, я не знаю. О, смельчак пошел в ту сторону. Пушка. Полетел. Полетел снаряд довольно, знаешь, жестко. Жестко. Ноги вылетели из щита. А насколько долго заряжать она будет? А это что такое? Это у нас капкан. Это веревка у нас. Он тянет, что ли? Он притянул. Бомб притянул. А пистолет-то летает. Он еще живой. Что за... Снарядом, что ли? Пушка убила, поехала туда. А там что происходит? Бум! А этот пытается, чтобы... Я не понимаю. Щит застрял, смотри, у него реально присосал щит. А вот это падение, вот это концовочка. Пушка-то... А почему здесь было мало-то? Один пират и все, и там пару спарты. Все пошли почему-то пошли сюда. Ух, пираты довольно неплохие ребята. А ты кто такой? Пушка. Довольно быстро перезаряжает пушка. Но этого мало. Слушай, идея. Идея. 500. А можно сделать еще медиков. Два медика. Мало, два медика. Давай, пробуй сам. Я не знаю, как с ним играть. Он, понимаю, стреляет. Огонь. Ядрит. Еще раз. О, еще раз. Смотри как. Жестко. Во. Ну. Давай, медики, лечим. Огонь сразу, огонь. Будет весело сейчас. Раскидаемся. И сейчас стреляем. В кого там стрельнул напоследок-то? Посмотреть-то можно. Обалдеть. А, еще тут... Понятно. Это у нас пират. Черная борода. Борода. Кто я? Кто меня тут спасет? Вот в чем вопрос. Лучники. Ну, пират, он несерьезно. Мне нужно, понимаешь? Вот они. Вот они. Мое спасение. Лучники. Да. А, с Новым годом, как говорится. Они же у нас... Леняющий, да. Кого поставить, я даже не знаю, реально. Ребят этих, что ли? Попробуем. Тактика не от блондинки уже. От брюнеточки. Так, огонь, стрелы. Нага, стрелы вообще как-то не очень вяло. Вяло стрелы. Это просто в щиты уходит и все. И нифига не происходит.
дубинки. Дубинки вообще против Спарты. Не-не-не, это просто разминка, стрелы. Стрелы вообще никуда не идут, потому что все это в щит упирается. Ребята, а вы не по сезону одели свои наряды? Не по сезону. Да черт возьми, а? 2000. 2000, я тебе вначале говорил, это тоже не серьезно. Ну что это такое, 2000, пушка. Ты кто такой? Зелье бросаешь? Слушай, у меня есть динамит. У меня есть реально динамит. А где у меня динамит был? А, вот, сотню. О, ребята, сотню. Целый динамит. Понимаешь, мне нужна здесь неразбериха. Конкретно неразбериха. Вот мне нужно много-много... Да куда залез? Много-много динамита мне надо здесь. Во-во-во-во-во-во. Ну, некому сражаться. Кто? Кто достойный будет сражения? 500. 650. Достойно сражения. Погнали. Давай, погнали, ребята. У нас есть много-много динамита. Один пират. И у нас рыцарь. Идем по одной улице. Все уверенно идем. Ребята, вы тоже пираты, да, по идее? А, пиратша. Видишь, у них косички. Понятно, они самоубийцы, но, понимаешь, будет неразбериха. Один, второй полетел. А интересно, сразу взрывается, нет? Подождать, подождем, подождем. Они подходят ближе и все дело разрывает. Но мои тоже погибают. Он толкает. Ну взрыв-то где, я не понимаю. Где взрыв-то? Уже под ногами валяется динамит. Где к черту взрыв? Уже проходит динамит-то. Взрыв большой. Оп. Полетел. Ну понимаешь, там еще на другой улице все то же самое. 2000 мне только для одной улицы. Кидаем, кидаем, кидаем. Больше, больше кидаем. Ты, рыцарь, куда пошел? Уже весь черный там. Вообще ничего не понятно. Сражение идет. Черт он. Все понятно. Мне все понятно. Я сдох. Мой рыцарь пал. Но погоди, осталось буквально чуть-чуть. Вот реально оставалось чуть-чуть. А значит что? Динамит мы оставляем. То есть мне нужно еще одного медика. Все, я готов, погнали. А нет, стой, 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 стой. Нет, нет. У меня есть еще денежки. Еще, во-во-во-во. Все, погнали. Нет, я не хочу этим. Я хочу другим. Я хочу рыцарем. Погнали. Так, я хочу рыцаря. Поближе к рыцарю. Вот таким образом. Все, погнали. Ребята, вперед! Я прикрою вас сзади, если что. А, главное, чтобы медики. Медики, главное, чтобы поближе подходили. Медики, ближе, ближе ко мне. Пошел динамит, все, офигенно. Я пойду вас прикрою слева. Держите, ребята, здесь фланг. Они подходят. Пошел в атаку! Мы идем в атаку. Медиков спасаем, медиков! Медиков спасаем! Да нет, спасать меня надо уже, я уже сдох. Я слишком быстро сдох почему-то. Слишком мало медиков. Да ну, не может быть. Сейчас, если тактика не получится, тут нужно брать, конечно, медиками. Количество медиков нужно брать. Понятно, ребят там подыхают. Смотри, кидает, кидает что-то, да, взрывается. Кстати, вот этот пират довольно неплохо, видишь, все разрывается, но никого не убивает. Он фиговый, понятное дело. Ему в харе бьют. Мы идем в атаку, все, он сдох. Да, вот все красиво, по красоте. И пошел медики. Во, раскидывай. Они сдохли, они там. Медики, да. Я не понимаю, как он так быстро сдыхает. К черту этих ребят. Реально, к черту ребят этих. Дорогие вы, ребят, слишком. Все, берем медиков. Максимально. Вселяемся. И отбиваем. Прямо здесь. Копейщики. Копейщики слишком активно убивают. Они прям, знаешь, жестко, очень быстро. Ребята, давайте, собирайтесь духом, идем в сражение. Вперед. Надеюсь, меня выйдут с этой стороны. И все пойдут по одной улице. Сейчас, сейчас подходит. Да, да, они пошли по одной улице. Ждем, ждем, раскидываем налево и направо. Жестко, жестко, сейчас, погоди. Это Спарта! Давай, 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 ну вперед, вот там! Медиков спасать главное! Разворот делай! Делай разворот! Вот так! Медики лечат! Сейчас раскидай, погоди! Это Спарта! Блин, я живой! А я не могу встать, я живой! Слушай, прикинь, я реально живой! Нет, я не живой, меня реально растоптали просто! Я не понимаю! Как кверху меня просто растоптали? Что за дичь?
Фух. Я был живой, там было 10 хп или 15, и они просто встали на меня и не уходят в сторону-то. Медики, ну вы активно, хорошо лечите, ну копейщики очень быстро убивают. Но они, мне кажется, не очень-то и... Стой, не погоди, пускай ближе подходит. В атаку идем, ребята, в атаку идем, сражение. Убиваем до конца, давай, медики, лечи меня. Сейчас, погоди, поближе подойдем. Давай, лечи, медики, лечи, давай. Хп, больше хп. Сейчас раскидаем. Медики, главное медики, медиков не будет, все, проиграем. Ну, ребята, держитесь, все, мне. Медики, лечи меня, мне хп. Осталось трое копейщиков, реально. Медиков уничтожили, тут нужна удача. Ну что-то сегодня не мой день просто. Нормально, тут нужна просто удача. Ну 2000, ну что ты тут поставишь за 2000? Ну король, медиков побольше, ну нифига, реально. Там Спарта, понимаешь, копейщики, они быстро сдыхают, но они много урона носят. Да, они серьезные, ребят. Сейчас, ребята, собираемся духом, я поближе к вам. Все, офигенно, сейчас, куда, назад, разгон побольше, вон! Поближе, ребята, в атаку! Поближе к медикам, если что, сразу нужно спасать, в харю, а тебе под страхи, Сергей. Не лезут, они просто реально лезут. Нужно заскудать, просто налево и направо. Главное, медикам, ну подходи по одному, да сразу все вместе можете, ребята, селфи общий сделать. Все, победа будет за мной, три копейщика, медики остались, все, ну держись, давай, ну. Что, тебе страшно стало? Погоди, сейчас разберу. А, там еще один остался. Безжалостно гасим, безжалостно. Во-во-во-во-во-во-во-во-во, медиков, погоди. Сейчас. Бей его. Ему хана. Все нормально. Один остался. Засунь свое копье куда подальше. Победа, слушай. По грозоте все взяли мы. И, друзья, увидимся уже в новых роликах. Конечно, ставь лайкосик, дизлайчик, если что хочешь, пиши комментарий. Я всегда отвечу и всегда напишу тебе позитивный комментарий. Всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи, береги себя. И всем пока.